Здравствуйте. Представляем вашему вниманию обзор двигателя автомобиля Skoda Octavia A5. Год выпуска 2012. Двигатель BSE, рядный, бензиновый объемом 1,6 литра, имеет 4 цилиндра, 8 клапанов и мощность 102 лошадиные силы. В первую очередь, производим замер компрессии. Первый цилиндр 12 килограмм. Второй цилиндр 12 килограмм. Третий цилиндр 12 килограмм. Четвертый цилиндр 12 килограмм. Замер окончен. Осуществляем осмотр свечей зажигания. После осмотра двигатель маркируется термопломбой. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станции Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты помогут с подбором двигателя, а опытные механики произведут установку агрегата. Дополнительная информация по номеру 703-1515.